Во Владивостоке прошла всероссийская акция «Зеленая Россия» в рамках года экологии. 150 горожан очистили памятник природы регионального значения – мыс Вятлина. Акция прошла при поддержке краевой администрации, Росприроднадзора и Тихоокеанского морского управления. За два часа горожане собрали 50 мешков мусора. В 2017 году все муниципальные образования Приморского края приняли участие в 200 экологических акциях. Заключительным этапом «Зеленой России» станет международный форум «Природа без границ», который пройдет в октябре в кампусе ДВФУ. Все мероприятия года экологии, безусловно, позволят как минимум улучшить ситуацию, связанную с экологической составляющей, как и отношением к экологии со стороны нас всех.